Я спою сейчас две песни Владимира Болотина. Нежно любимый мною автор из Красноярска, да, Сереж? Нет, Новосибирск. Вот, подожди, это Плехановская. Академгородок. Академгородок, Новосибирск, да? Я его знал. Ты? Да ты что? Да. Так, это мы тоже потом поговорим. Это у нас отдельный будет разговор. Сейчас я съеду с этой восторженной темы, потому что действительно для меня автор очень дорог и очень я люблю его песни. Летним вечером за печку закатились три копеечки, как три капли упали за шиворот, три копейки, одна фальшивая. Первая медная, как девка бедная, слезами омытая. Вторая серебряная непременно, а третья, как будто я, а третья, как будто я. Долго ль, коротко ль, не помню, но хозяюшка опомнилась. Побежала по соседям, ах, украли, ой, посеяла. Первую медную сама где не ведаю, вторую украли чай, а третья, на кой он мне, да и покоя нет, как будто любовь чья, как будто любовь чья. Ближе к осени с покоса воротилась дом колхозница, растопила жарко печку, ах ты ж боже ж мой, копеечки. Первая медная капелькой меда, вторая как зеркальце, а та золотая в росе не расплавилась, остала как сердце, осталось лишь сердце. А ведь не был незаконным, ни целковым, ни любовником. Так уж вышло интересно, золотой неполновесный был. То ли меди не хватало, серебра ли было мало, но зато в конце живу в сердце дырочка, словно на ниточке, но рядом с колхозницей, на печке, как водится.